Праздник в любом случае состоится. Приносим свои извинения за непогоду. Мы готовились достаточно долго, но ничего не сделаешь с погодными условиями. Дождик – это хорошо. Я думаю, что у нас аграрии рады тому, что он наконец-то пошел. И, может быть, он изменит как-то ситуацию. Сегодня у нас замечательный праздник – День семьи, любви и верности. Поэтому те люди, которые будут награждены, это самые достойные люди города и Жердевского района. Мне хотелось бы не занимать ваше внимание. За чуткость, безмерную любовь к детям и за вашу мудрость. Приглашаем на сцену подняться приемную семью Степанищевых, Сергея Васильевича и Анны Александровны, которые проживают в селе Сукмановка Жердевского района. Супруги Анна Александровна и Сергей Васильевич стали родными. Такие качества, как трудолюбие, ответственность, уважение к старшим, мечтают, чтобы сыновья выросли достойными людьми. Семья Степанищевых охотно принимает участие в конкурсах, фестивалях и других мероприятиях районного и областного уровня. Ольга Васильевна работает социальным работником в ТОКБУ «СОН», Центр социальных услуг населению Жердевского района Тамбовской области. Пользуется доверием и уважением граждан, состоящих на надомном обслуживании, является примером и образцом для подражания в коллективе. Ее супруг Александр Игоревич работает водителем в ООО «Русагра Тамбов». 47 лет. Родили, воспитали троих детей. Трудовую деятельность посвятили сельскому хозяйству, достойно трудясь в ООО имени Карла Маркса. Валентина Михайловна работала в животноводстве, а Владимир Владимирович – водителем. За многолетний добросовестный труд Владимир Владимирович удостоен звания ветеран труда Тамбовской области. В этом году Юрий Владимирович более 25 лет посвятил воспитанию и трудовому развитию дошкольников Бурнатской школы, учителем труда. Имеет почетные грамоты Жердевского района за многолетний и добросовестный труд, за участие в спортивных соревнованиях. В настоящий момент продолжает свою трудовую деятельность в Бурнатском филиале средней общеобразовательной школы номер 2. 49 лет, извините. В этой семье трое детей. Дочери Ярослава, Ольга и сын Богдан. У них три внука и две внучки. Николай Викторович служил в Казахстане, в закрытом городе Семипалатинске, и дослужился до звания подполковник. Был начальником связи Семипалатинского ядерного полигона. Людмила Владимировна отработала начальником Лизовского ОПС, а потом полностью посвятила себя внукам и мужу. Сельсовета. В 2019 году этой семье исполнилось 33 года совместной жизни. За это время в семье появились две дочки, три внучки. Семья очень дружная. Алексей Николаевич занимается пчеловодством, которое осталось ему от отца. Работа в совхозе «Заря». Галина Федоровна, окончив педагогический институт, пришла работать преподавателем иностранного языка в комсомольскую школу. Вместе они воспитали своих детей и помогают воспитывать троих внуков. В дальнейшем в ООО «Русагра Петим» сейчас находится на пенсии. Если бы я рисовала мир, счастливой, знаешь, он так бы тебя любил, даже больше, чем ты просила. Я бы хотела в глазах твоих только радость чистую видеть, чтобы ни люди, ни дожди не могли бы тебя обидеть. Читай по моим губам, я все за тебя отдам, ты же лучше меня. Меня. Ты же солнце, точь в точь.
многодетная семья. На сцену приглашается семья Естиковых, Александр Витальевич и Женя в учебе, работе, спорте и творчестве, что было подтверждено конкурсной комиссией, представленным портфолио. Семья года 2019. Семья Георгия Владимировича и Маргариты Ивановны активно участвуют в жизни общества, воспитывают одну дочь и троих сыновей в любви и заботе. Я в них утопаю, и на
Спасибо.